На северную и центральную Индию обрушились огромные полчища саранчи. Страдают сельскохозяйственные угодья. Стаи насекомых вредителей обосновались в основном на территориях больших штатов – Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш и Раджастхан. В районе Мансур в центральной Индии пытаются принять меры. Это был участок длиной около 5 километров. Ученые из отдела правительства Индии по борьбе с саранчой, сельхозспециалисты, а также полиция и другие службы провели вчера учения на фермах. 60% территории были опрысканы пестицидами. Саранча считается одним из самых губительных насекомых для сельского хозяйства. Она размножается с огромной скоростью и способна преодолевать расстояние до 150 километров в день, поедая все на своем пути. У животных, питающихся теми же листьями, которые поела саранча, может начаться диарея. Проблема в том, что стаи саранчи поедают листья урожая, оседая на сельскохозяйственных полях. В итоге это вредит и животным. В Восточной Африке, Южной Азии и на Ближнем Востоке нашествие саранчи – бедствие не новое. Однако в последнее время из-за изменений климатических условий полчища этих насекомых стали такими огромными, каких не видели уже четверть века.